Трасса «Чужой регион», внезапная боль в сердце, а рядом никого, кто мог бы помочь, кроме экипажа иркутских инспекторов. Житель Новосибирска поблагодарил сотрудников ГИБДД Тулунского района за спасенную жизнь, чуткость и быстрое реагирование. Хочу поблагодарить работников ГИБДД, патрульная машина, а также врачей, оказавшие мне помощь. 3 марта, двигаясь с Якутии в Новосибирск, мне стало плохо. При въезде в город увидел патрульную машину, подошел к ним, к ребятам обратился. Один из инспекторов сел за руль иномарки, а второй включил проблесковые маяки на патрульном авто. Новосибирца оперативно доставили до больницы, где ему вовремя оказали помощь.